Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы. Давайте вспомним, как продвинулся проект двигателей Дуйнова за первый квартал 2020 года. Подведем итоги и вспомним ключевые события января, февраля и марта. События, которого инвесторы ждали со старта проекта. Компания «Совалмаш» выпустила первую партию двигателей со славянкой собственной разработки и производства. Это тяговые моторы сотого габарита класса защиты IP65. 23 марта их отгрузили на крупное российское промышленное предприятие, где ими оборудовали транспортные средства. Событие историческое не только для проекта. Это первые в мире двигатели с совмещенными обмотками, не модернизированные, а разработанные с нуля, а значит, с их характеристиками, энергоэффективностью не сравнится ни один аналог, что не раз доказано исследованиями и патентами. Сотрудники «Совалмаш» готовятся к сертификации новых двигателей. Вскоре моторы станут доступны к заказу на сайте компании. Все идет так, как обещали организаторы проекта еще на его старте. Не прошло и 3 лет, а первые моторы со славянкой выпущены, и это лучший ответ хейтерам. Накануне нового 2020 года стартовал новый 12-й этап развития проекта. И в этот же день на государственную экспертизу был отправлен архитектурно-строительный план инновационного центра «Совалмаш». Это ключевое событие для проекта двигателей Дуйнова. Госэкспертиза – процесс не быстрый, он продолжается в течение нескольких месяцев. Специалисты тщательно проверяют все детали проекта, оставляют рекомендации, а сотрудники «Совалмаш» исправляют недочеты. В том числе проект наращивает популярность и увеличивает количество инвесторов по всему миру. На 12-м этапе открылись представительства в Хорватии и Сенегале. 25 января международная конференция прошла в Загребе, в феврале в Дакаре. В апреле региональные представительства появятся в Бенине и Того. Сейчас представительства есть в 9 странах, там, где национальные партнеры проекта ведут особо активную работу. Вкупе жители этих государств принесли проекту львиную долю инвестиций. С начала года в проект проинвестировали свыше 2200 человек. Прирост составил 10% от общего числа инвесторов. Сейчас в проекте свыше 25 тысяч человек со всего мира. Компания Solar Group открыла первый зарубежный офис во Вьетнаме. Третьей стране в мире по количеству инвесторов в проекте двигателей Дуйнова. Здесь на демонстрационном стенде представлены в работе двигатели Дуйнова DA90S и DA100S, модернизированные по технологии «Славянка» и выпускаемые серийно на предприятии АСПП «Вэйхай» в Китае. Посетители офиса смогут получить консультацию по проекту и деятельности Solar Group, ознакомиться с документами, результатами испытаний, технологией, патентами АСПП и «Совалмаш». Открытие зарубежного офиса свидетельствует о том, что проект закрепляет свой международный статус. К сожалению, пандемия коронавируса приостановила темпы расширения географии проекта. Все офлайн-мероприятия двигателей Дуйнова, запланированные в Латинской Америке, Европе и Азии, были перенесены на неопределенный срок. Открытие национального представительства в Индонезии, которое мы даже не успели проанонсировать, также пришлось отложить. Напоминаем, что у живых мероприятий есть онлайн-альтернатива. Регулярные вебинары о проекте продолжают проводиться на различных языках. Инвесторы проекта заметили, что личный кабинет изменился. Помимо обновления дизайна, улучшилась навигация и появились новые опции – двойной платеж и досрочное погашение рассрочки. Каждый инвестор может воспользоваться этими возможностями, чтобы увеличить свою выгоду и помочь проекту вовремя завершить финансирование. С нового года передача «Экспертное время» транслируется из новой студии «Совалмаш». Студию профессионально оборудовали, благодаря чему качество звука и картинки намного улучшилось. Новое помещение планируется использовать не только для прямых эфиров, но и для записи промо-роликов о двигателях. Напомним, что передача «Экспертное время» выходит каждый четверг. В прямом эфире Дмитрий Александрович Дуйнов делится новостями «Совалмаш» и отвечает на все вопросы зрителей. Если вы хотите получить ответ на интересующий вас вопрос от первого лица проекта, участвуйте в прямом эфире. В марте стала известна дата, когда проект перейдет на новый инвестиционный этап. 31 марта закончится 12-й этап, 1 апреля начнется 13-й. Это означает, что снизится дисконт долей и выгоднее приобретать их сейчас. На этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. До новых встреч!